В микрорайоне Байтерек сейчас асфальтируется 7 улиц. На встрече с депутатами городского маслихата жители микрорайона попросили усилить контроль за качеством ремонта. На ремонт улиц в микрорайоне из областного бюджета выделено 438 миллионов тенге. Подрядчик – товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылорда жолдары». Где обочина? Нет обочин. Почему? Почему не выделены деньги на крышки колодцев? Прямо посередине колодец, а крышки нет. И еще проследите, чтобы строили по всем стандартам. Мы будем проверять. Вы ее строите нам не на один год. Она должна прослужить минимум 10 лет. Объект еще не принят. Отправили в гослабораторию для проверки качества. Если работа будет признана качественной, примем дорогу. Обочины будут. Все замечания будут учтены. А люки в проекте не предусмотрены, потому что это не капитальный, а средний ремонт. Но мы сказали подрядчику, чтобы сделал за свой счет. Еще одна проблема, которая волнует жителей – общественный транспорт. Приходится часами ждать 25-й маршрут. Специалисты заверили, что проблема решится после завершения дорожных работ. После получения заключения лаборатории дадим добро на проезд автобусов, внесем изменения в схему. Мы и сами ждем конца ремонта, чтобы запустить автобусы. С начала года закрепили сюда 25-й маршрут. Это задание главы региона – увеличить количество больших автобусов в микрорайоне Байтерек. Пусть закончат дороги, получим результаты и запустим автобусы. Здесь же депутаты ознакомились со строительством моста через канал. Завершено около 40% работ. По словам подрядчика, планируется сдать объект к августу. На строительство моста выделено 336 миллионов, из них 331 миллион из республиканского бюджета и 35 миллионов из областного бюджета. Планируют в течение 6 месяцев сдать этот мост. Это облегчит проезд легкового и общественного транспорта. Вопрос обеспечения города поливной водой также в центре внимания депутатов. На содержание и эксплуатацию каналов Жибекжолы и Кызылжарма выделено 27 миллионов тенге. Этой работой занимается товарищество с ограниченной ответственностью Ахмешит Сархрама. По словам подрядчика, на следующей неделе в город будет подана вода через канал Кызылжарма. Самат Баймаханов, Акмжан Жолтаев, Айбек Каржаубай, Дархан Токсейт, телеканал Кызылорда.